твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ну а мы продолжаем нашу программу. И на эту сцену вновь я хочу пригласить талантливую, замечательную певицу с авторской песней. Под ваши аплодисменты Наталья Чистякова. Встречаем, друзья! Я хочу вам исполнить свою авторскую песню, которая называется «Разговор с Богом». И хочу посвятить ее любимейшей, наипрекраснейшей нашей ведущей Ленуше. Ошибки до конца ты им прощай. Тебе я в каждом дне прощенье дай, чтоб ты пришла ко мне. Пусть каждый тем живет, что в нем не каждый должен. И не может быть огнем ты рождена, чтоб тех теплом согреть, кто на костер может без устали смотреть. И ты цени свой каждый новый день за красоту, цветов, садов, полей за доброту. Свет его очей зажгите в храме тысячи свечей. Зажгите в храме тысячи свечей. И я ценю свой каждый новый день за красоту, цветов, садов, полей за доброту. Свет его очей зажгу я в храме тысячу свечей.